Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил сотрудников Управления социальной защиты населения с профессиональным праздником. В этом году социальной работе в России исполнилось 30 лет. О чествовании людей благородной миссии на следующий сюжет. Я ни разу не видел, слава богу, ни одной жалобы на работников соцзащиты. Я их не помню, у меня их не было. Значит, это говорит о том, что вы находите слова правильные. Я искренне хочу вам пожелать, чтобы вот ваша работа никак не сказывалась на вашем самочувствии, на вашем здоровье, на вашем психоэмоциональном состоянии. В системе социальной защиты населения городского округа Люберцы работает 340 специалистов. Они оказывают услуги тем гражданам, кто нуждается в постоянной или временной государственной помощи. А их на сегодняшний день более 100 тысяч. И мы до каждого доводим каждую копеечку. Наша задача – все сделать правильно и вовремя. Работа у нас с вами необычная. Мы же с вами... И в дождь, и в снег, и в холод, и в стужу. И в хорошие времена мы идем на помощь к людям. И всегда протягиваем наши руки, наши сердца. Глава городского округа Люберцы поздравил весь коллектив соцзащиты в лице начальника управления Ирины Мартыновой. Затем вручил адресные благодарности и грамоты лучшим сотрудникам. Наталья Стрекалова в социальной сфере уже 27 лет. Сегодня она удостоена медали за доблестный труд. В моей трудовой книжке всего лишь навсего две записи. Одна это была другая республика по месту службы мужа. И когда мы переехали служить в Московскую область, то, собственно говоря, вот я устроилась в социалку, и по сей день я нахожусь здесь, в нашей любимой, моей любимой социальной сфере. На сегодняшний день на территории округа работает 3 учреждения соцзащиты. Одному из них, комплексному центру социального обслуживания и реабилитации населения, 18 июня исполнится 20 лет. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. С праздником!